снимается или нет с пулом. Не-не-не, 10 секунд. Каску, пожалуйста, баф лишний. Крестик мага. Да, замена есть, Пирекс. Он ПП дает. У магов нет он ПП, что ли? Паладина, по-моему. Я знаю, что паладин дает он ПП. Все, вижу мага, локов МП5, престолов. Вообще никого нет. Дайте зоркам ГП. Зато при у локов есть кулак. Все. Драннику тоже шаману единственному нашему. Я лок, я бить ебал. Гудзик напил себе человека. Сузер, готов? Стой. Он курит 20 секунд. А чё на стой у 11 людей нету? Это нормально вообще? Итал, приезжай ко мне. Как, блядь? Это не показывает. Это дохуя. У меня выпито. Все, все готовы, я запускаю. Букаш. Давай. Черепочек поставил. Мерики отошли от черепка. Быстро, отошли. Кара. Стоим, ждем, отошли. По черепку сыграли, рейд поднимите. Секси пока лежит. Черепок так. Умирает. Новый череп есть. После босса не закрывайте, сейчас созвездие появится, забирайте. Пауло дискара. Пауло дискара. Куда ты, блядь? Поднимите гифку по хп быстро. Забирай босса. Вы умрете. А, Войд по лакриме БР. Босса играем. Позавожу сверки сейчас. Будет фазовый, надо будет заходить. Готовьте лужи сразу, когда будете заходить. 5, 4, 3, 2, 1. После звездочки туда зайдем. Заходим. Зашли. 4, 3, 2, 1. Играйте, череп. Кара. О, криминера дайте. А нет. Забери по порошочку. Наглое оружие, порошочка БР. Понемножку раскинул. Все, косак он кол. А, идеально, дай мне БР. Что, блять, у нас со звездами? Вы их заведете, блять, или нет? 4 штуки по рейду гуляют. Есть экран еще одна. Все лежат, давайте падаем. Что за хуйню вы делаете? Давайте Лершаму спекнемся. ДКшника одного на помощь, да и нормально будет все сразу. А, гифка в ретрика, пирекс в танка давай. Если хочешь, что я это? Потом поменяю после этого босса. Ну, у нас созвездие гуляет. Давай ничего не менять. Так же идем. Чё ничего не менять? У нас, блядь, я созвездие сейчас одно добил просто. Пизда, реально фералов сломали. Фералы топ. За 2.41 проклях каста. Это, блядь, еще пизда. Надо локов ломать. Что надо, блядь? Что слышал? Локи топ. Топ-топ на другой реалм. Гудлик топ. Войд красава, брат.
Вообще локов обделили, типа, СУ за 30к ДПС на бурсте, блядь. А где у нас, блядь, хотя бы 15? У тебя бурс есть? Там, зато Гудлик, зато у локов стабильный ДПС. Да, стабильный, это залог успеха. Хавайте быстрее. Чуть-чуть пулит там сзади. Идет, блядь, сзади. Давайте быстрее. Надо литл Т4 выбить. Теперь танка, гифка, в ретрика. Давайте, ребят. Не хочу здесь вайпаться еще раз. А, тренер. Что? Блять, у нас совы нету. А, не, сова есть. Хорошо, давай тогда ты в ресторан. Давайте, что надо. Так драника может к этим хилам кинем, не? ДПС. Зачем он там хилам? Тотем, монотайт. Ладно, окей. Ну, ладно, монотайт, монотайт. Тотем заебись будет. Так, по готовности. Сейчас я подойду. СС и ОСС появились у вас? Раздайте, по кому я назначал первый раз. Еще 4 минуты, когда? Окей. Ну тогда, в принципе, можно запускать. Стой, там все, тренер дошел до нас. А, Кирекс, давай тогда первый танчишь, на него напуливаем, потом заводи эти сверки. Пять, четыре, три, два, один. Все, тащите. Так, Кирикс, ты первый танчишь. Да, ему созвездие заводить придется. На трех ставках заберешь с него. Перепочек играем. Берегитесь. Отошли, РТД двое. Вы... Разбирайся, все-таки. Донт, видел мою хп? Сакра нужна. Порошочек есть, сакра? А, порошочек твоя. Я уже отдал. Стойте, не бейте. Блядь, сейчас еще одна взорвет. Поднимите рейд. Блядь, Донт, как... По неутомимой БР дайте. Кара. Вакрима. Блядь, Вакрима у него. Это ДПС, ты видел, что надо подошло, типа, просто две сверки в мире зоны, и они умерли, типа, за 3 секунды. Че, падаем? Ну, у нас хилов нету, БРов нету. Падать? Ой, блядь. Это пиздец какой-то, блядь. Сука, сейчас нахуй еще апнется Т5, вообще, блядь, смысл включится у вас думать нахуй. Нет, Т5 не будет уже, нахуй, мы умрем, блядь, пока Т5 будет. Сначала Т10. Нет, Т10 хоть там хоть еще думать надо, блядь, а за пятым-то вообще, блядь, мозг отключается просто. А, Павклав. Кнопки надо забрать. Все нормально, я еще бью, сейчас убьем. Да падайте быстрее. Еще гиру, блядь, ждать 3 часа. 3 минуты. Может, его потом побьем просто, все, остальное пока. Нет, надо его сейчас убить. Блять, как можно нахуй не убить алголон? Это ж пиздец, блядь. Ну, видишь. Сейчас просто аккуратненько сверки разбивай, Дон, блядь, пожалуйста. Они две сразу ухуярите, блядь, одновременно. По одному. Это Вовбро кливает. Они, Саш, они гуляют. То есть значит, они не стоят на месте. Просто, значит, будет просто откачивать от босса от сверки. Все, просто вариант есть босса вводить. Ну, я просто босса буду сейчас вводить, и все. Да, в наглую прям, пусть камилики бегают. А вы можете по вообще конченной тактике в Обергире, типа, просто по кругу его вводят. Угу, по окраине. Да. По кругу это сверки точно не будут летать. Самая хуйная тактика. Вообще как... виноваты два вары. Когда там эта самая фаза? На 30%, по-моему, да? 20. Ебать, сейчас балдолон убить. Че ты, Годлик, на дворов наезжаешь?
Я, да, там, блядь, вары кливают, блядь, все сферки нахуй на себя, блядь. Ну, и, на чем у тебя? У нас Т4 крутится каждые 2 секунды, чем у тебя? Нахью, ладно. Так, енотик, помолчи, ну. Нихуя себе. Что ты нового в бро гонишь? Все, я тебе нового друга нашел, будешь с Гариком теперь общаться. Я кушайте, 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 рыба. Шао, мой друг. Мы, видишь, Гудлик, потихоньку дворфы захватываем мир. Уже четверо нас. А обычные дворфы считаются? Нет, конечно. Считаются, конечно, тоже дворфы. Нам тогда плюсу еще одного. Ну такие недоразвитые много. Ты что там долго бегаешь, скажи, пожалуйста? Я пельмешки накладывал. Ложите мне это сколько-то. Да бля, я вторую неделю в командировке, я только приехал с работы. Жрать хочется, пиздец. Это не белорусский. Забафли быстрее, мягко. Тарелочку забыл. Приезжай ко мне, я тебе 100 грамм налью. Только до тебя 500 километров. Похуй. Стремись. Короче, это самое. ДК набей мне на игру по максимуму, я потом заберу все наши. Еще на пол. Ты, Годлик, ничего не забыл сделать? 30 секунд еще. Я вижу, вижу. Что я забыл? Угадай. Все нормально? СС. СС и по хилам. По хилам СС дайте. Ладно, сейчас дам один. Да, и 2, слабо. Все, запускаю, запускаю. Кто первый танчит? Пирекс? Да, Пирекс играет в игру сейчас. Да, Пирекс. На полную Пирексу. Скажите, когда сокрудовать? Идет в миле. Вот это в миле идет. Давайте ее. Забираю перед себя. Но... Кара, отошли. Подняли рейд. Взрывайте твою. Ждите кара сейчас, взрывайте. Чуть. Добили его ухпшного. Так, сокру. Блять. Порошочка шотного. Альфи, подними порошочка. А, все, вижу. Сейчас звезда будет прохилили. Альфи, рез. Кара, отошли. Сейчас смотрим, скоро будет фазовый. Рожа, залей, Инер, пожалуйста. За боссом, возле звездочки глазами нашли. Забежали все туда. Быстрее, 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 быстрее. Ну чё вы, блядь, спите нахуй? Альфи, блядь. Забери босса. Кара, отошли. Я далеко была. Кара, стоп ход. Кара. Подняли рейд. СБР. А, идеальный по порошочку нужно. Нет, а, наглая рожа. Я лакриму поднял. Не поднимайся, если бы я паук, бля. Все подняли, хорошо. Мне для 15 если есть, хп, гимноман. Я по звездам сам сейчас играю, играйте просто в босса. Сбечили. Сейчас будет звезда. Дайте инеры, гимны по наман, что-нибудь. Порошочек, поднимись. Сейчас еще одна умрет. У нее очень мало хп все. А, Тим на хп дайте. Сейчас будет больно. Берегитесь. Кивк на замену. Да ну нахуй. Когда умираешь, дрыж в рей давай. Дрыж, братан.
Да тут все слабые какие. Вы реально так ненавидите? Или просто, ну, неохота? Ну, в смысле неохота? Если убивают, для чего мы сделаем? Созвездие взорвалось, я, блядь, откис. Убивает босс, которого мы в 220-м гире убивали. Годлик до сих пор не понял, почему мы умираем. Я не умираю, нормально. Корнесса просто с волонером нету, искать сон. Иди зови его обратно. А ну я выкрутил все на минимальное и поставил просто плотность частиц, чтобы видеть эти кару. Потому что глаза здесь, конечно, вообще устают очень моментально. Ну да, тяжело. Угу, тяжелый босс по графике. Этот, не знаю, я нормально, я всегда на минимальной графике. Есть предложение там немножко хпа, ретриков напрячь. Хпала надо дефить, потому что когда три созвездия появляются, они его выбирают, он танка хили. Он постоянно будет в первый по агро. У него там ни триник на хп, ничего нету такого. Типа капля там 50 на 50 пусть дает там на первый допустим 50 на 50. У нас порошок упал по совсем другой причине, нет созвездия. Как это упало взрыва кара, блять, второй раз он сдох от взрыва звезды. Порошок 4 раза упал, сейчас посмотрим. 3. Первый раз мобы, второй раз дыра, и третий там уже у меня хп 15 тысяч было, весь поломанный был. Ну вот мобы, да. Живое созвездие. Шкаф поставили, я сумку еще. Ну две дыры, там разница между дырами, взрывом 7 секунд. Странно. Перек, ты мне говоришь хп сделать больше? Хп сделай побольше. Мне кажется, что-то просто не хочет, чтобы мы еще один волонир собрали. Это будет шабдя или по рейду убережут. Почему пол? Каску дайте, по-моему, лапку. Сейчас, я сейчас пробую, подождите. Вы все убегаете? Бог предупредит. Кристо баф, пожалуйста. Где много трупов, видите, скелетов, там не бегаете. А можно мага Кристо баф, пожалуйста, выдать? Кристо, дайте баф. Что я делаю, в сферу играю или нет? Дон, кто в сферу играет? Да нет, так что нам троим достаточно, у нас и так слишком быстро не умирают. Играем по следующему. Ребят, давайте тогда, кто по сферкам играет, вы после того, как зашли в суровый, выходите, играйте просто в босса, я уже сам начну. Может, их надо аккуратно бить. Дух стаю. У меня проблемы большие. Донт. Да, готов. Сука, блядь. Что, Гудлик, что? Да уши, блядь, пропали опять, нахуй, на Гудлик. Всё, фут убрали. Фокусом убрали. Максимально на пол. Всё, забираем босса. Я танчу. Следующий на пол у меня, давайте. Стоим босса, пока играем. Давайте вот этого сыграем. Ара, точнее. В мелизоне сейчас аккуратно с клевом. По звезде. Мелизона звезда. В мелизоне еще одна звезда умирает сейчас. Очень быстро. Добивайся чуть быстрее, пока кара нету. Поднять рейд. Не, блять, ебан пиздец. Так забери. Войд. Войд поднять надо. Черепочек умирает. Ебать, что вы сделали. Скорай вместе. Стоим, не бьем звездочку. Ой, черепочек. По боссу просто играйте, он сам умрет. Зависит. Зависим. Прошучи, как ты сдох, скажи, пожалуйста. Созвездие, еще один. Созвездий не было. Я сейчас скажу. Черная дыра. Он каплю кинул. Ты каплю кинул, да. Ты сакра убила.
не канцелар, но... Литл. Да, 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 ты не снял. Литл. Суицид получается, да? Суицид. Физикал суицид. Тактический фит. Еще есть варианты какие-нибудь? С кого там больше экспы получим? Неймер там сидит, наверное, угорает, а все над всем происходит. Я угораю, потому что Йоту вообще ебал максимально в рот. Они мне, ну, типа, они починили мне телефон, окей, типа, они мне вернули интернет, он работает, но я не могу качать файлы. Я читаю сейчас, и, типа, это у них нормальная тема. Типа, это практика такая, что они, типа, подрезают в любом случае, даже ты, если подключил тариф на раздачу. Типа, у меня серьезно? Скачивается файл 4 мегабайта, уже качается 20 минут. Ну, это жесткая дискриминация. Так, мне кажется, надо ребят, сейчас со следующего трая, кто будет умирать от кары, сразу ГП получает. Не обижайтесь. Сколько можно уже? В смысле, да. Я только пришел. Можно мне через трая хотя бы? Порошок, у тебя... Порошок. Вот он, ГП. Говори, говори. Порошок, у тебя на танка есть витрине? Откуда у меня танк? Пора одевать, пора одевать. Нет. Не надо ему никаких тренировок, просто, блядь, взрывайте нормальные те самые. Слишком часто лопаюсь. Очень-очень часто лопаюсь. Очень часто. Один играть с его ДПСом. Дико извиняюсь, а вы фласку купите, господин Холипаладин? Мне, наверное, на выносливость надо тут пить. Ну и выносливость, брезистик. А Юва. Зачем мне тут выносливость, для чего? Чтобы не сдыхать с тычки, да, мне 1300 не поможет ничем, если мне влетает урон. Мы это все уже считали, оно эффективнее, чем сопротивление. Блять, если в меня влетает урон по 30 тысяч. Ну, не по 30, а вам тебя влетает. Нет. Меня шотает моментально. Кто? Я давал сокру, я давал 50, у меня оставалось 2000 хп. Ну, конечно, потому что, типа, ты сокрой, типа, получаешь урон, плюс это... Ну, тогда я не буду сокру и все юзать, в чем проблема? Нет, ты можешь снимать. Вы мне просто начинаете говорить, что-то учить, не надо. Я же вам говорю, что правильно играть за ваш... Никто не учит, ты просто напиши строчку канцелаура, и все. Канцелаура — священная жертва. Кто не учит, я же сказал, что нужно делать. За ордух. Она спадет... С да пяти подожди, человек, она с пяти Войд, человек Войд, берет. Хватит, не души, серьезно. Да не души. Войд, все, успокойся. Гарри. Она на рейде оставляет. Что, Войд? Never, never. Войд. Давай, Войд. Не будем, never. Never, не помоги, брат. Заходит? Я всех помутал. Сейчас никто не мешать не будет. Сидим тихо, ничего не возмущаемся. Нет, еще пока не заходит, ждем. Муты сниму, ну кто, блядь, что-нибудь пизданет, я сразу кидаю в мут. У меня уже башка тыщит от вас. А можно мне мут не давать? Где там, блядь, гуглик, нахуй, сейчас я... Все. Запускает? Нет, еще. Заходить, запустил. Вот там телек на заднем плане. Сейчас я отключу. Там. Меня откатило в два раза. Все, заходите. Откатило отлично, докуда у тебя? До Долорана. Ставь шкафчик, пожалуйста. Так, Гера у нас есть там, да? Драник. Да я сам сейчас быстрее прилечу, просто походу завис опять рвок. Да, пока это прогружается он сейчас. Ты уже какой раз уже выкидывает за сегодня? Это вообще пипец. Добрый день. Как отлагаю сразу шкафчик.
3 остался, Лекатин? Не слышно ничего? Да. Слышно. Музыка играла, просто сорян. Тикните на шкафчик, видите? Пинг 10 тысяч. У меня все на месте бегают пока что. Сейчас подойдет все. Сейчас я погрузится. У меня пинг 10 тысяч. Сейчас все спадет, не переживайте. То есть разрабы, пидорасы. Так, лично пришел. Да, я тут, меня присмотрели. Угу. Так. Мягко тут. Дайте мне. Захожу. Да. Дайте литку ЕП, пожалуйста. Так, рыба, в принципе, у всех все есть. Бафы у всех все хватает. У меня так. Нет рыбы. Там по поводу агро на хулипала можно. Чтобы он не кидал просто джагу желтую. Можно ретрик, чтобы кидал. Хаутирубал. Что за дымка? СС откатились. СС по хулипалу, Вудлик. Для Литл, ну зачем ты это говоришь, блин? Я хочу на пол. У меня еще картинка не прогрузилась. Угу, жду. О, масло в бахах появилось. Нет, да успокойся ты. Только оно какое-то багнутое, показывает час. Хотя осталось 30 минут. Так, идеально готов, да? Еще раз еще напутаю. Готов, но... Бафните дрищат, пожалуйста. Пока не босса, никого. Давайте готов. Точно, когда идеальный прогрузится. Готов, готов. Все, готов? Приста, лапку, каску. Потрещу баф, дайте ауешный. Ты че ты, блядь, чек принимаешь? Потрещу, дайте приста баф. Готов? Отпили быстрее, можно? Да, готов. Все, пляем. Витка пошел. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величины. Что, на пулы задал? Герой, все пустые. Бом, ты играй аккуратно. ДК заберу просто. Берегитесь. Пара, смотрим аккуратно. Мирики одна. Разбивай. Сразу еще одну можешь разбить одну. Еще одну разбивайся. Поршочек обрахил. Череп сычный будет. Череп новый поставил. Смотрите, правильно. Или зона этот идет. На тот забили. Сейчас быстренько ломаем. Ломать тебе себе как орнету. Мас, блядь. Все. Я тот сам добью, дальше после играйте все. Иди фьюри. Войда поднимите, поднимите Войда. Падайте нахуй. У нас все, все хилы падают у нас. Падаем. Бля, у меня только проки полетели. Бля, да это пиздец, это нахуй же не смешно. Да. У нас ДЦ нету, что ли? А чё я не вижу? Как нету мины щитки? Вы мне не показываете. Вместо 47%. Вообще не. Ой, блядь.
10 часов вечера, да. Какой КП? Пошли дальше. Господи. Теперь вставай, уголовно убьем, потом я тебя поменяю. Спелла возьмите. Мы умираем, потому что людям заебало сюда ходить. Да нет. Нет, мы умираем, потому что вы не смотрите, я просто домашний. Что, Саша, вместо кого тебя вообще засунул, Альфи? Вместо кого, блин? Ну я говорил, что я на час, спеллбаунды возьми. Ну, давай после этого босса. Ну ладно, давай. Ля, даже не ломалась. Уникарная жизнь. Там починка на входе. Чипсом можно ткнуть. Мне тоже чиниться надо сейчас. Почему, кстати, мне этот не показывает, что это не мое лицо у нас? Мне показывает, что он ШП, но... Вот он его, этот, развертка. 12 щитков там, судя по символам. Да не, смотрел этот стрим с анимой. Он, ну, он чисто щитки раскидывает, ну, прям в отдельно выведено. А символ, который в рекаунте записан, это не то? Символ слова. Это ж только эффективный, багажи тебе. Почему шот такой идет, блядь? Там вроде бы, ну, нормально, адекватно взорвали. В последнее время. Ладно, еще раз. Так. Хилов сейчас созвездие убили, получается. Да нет, там созвездие. Там именно когда взрывы пошли и начали падать. Ну, в Акриме чародейский обстрел. Порошочек от кар на каре взорвался. Да, это чем я помню. Ну. Идеальный чародейский обстрел. Мобы. Могу сказать. Каску по магам. Каску приставал по магам. Если Отлите Дживса, пожалуйста. Извините, что перебил. Могу сказать, если послушаете, типа, мы с вами этого босса убивали вместе. Если, ну, могу напомнить, да. Если хотите. Шкаф. Давай, вот. Давай. Два варианта. Либо одевать на ХП хилов, либо ДКшника, который дамажит, ставить дополнительно, помогать заводить созвездие. Два варианта. И тогда мы убьем сразу. Да, ДКшника надо ставить и не слакать. Ну просто реально слишком много. Там грип работает на этой сверке? Да. Конечно, работает. А что мне не сказали, блядь? Короче, я просто секси... таунтом заводил, когда я обычно всегда на углу не есть, я таунтом завожу. Так, давайте. Это самое дело, наверное. Ладно. Короче, это самое, ДК, значит, блядь, как лучше сделать. Давай ты набирай агро. Ну, короче, первый танчишь ты, я потом тебя забираю, когда появляется созвездие, ты забираешь на все эти сверки и затягиваешь их уже. Как только третий стак на него кидается, в этот момент появятся сверки. Ну, я заберу с этого момента босса. Угу. Чем пол. Гера откатила, все заготов. Все, поехали. Так, СС откатились у вас, Локи? Потом дадите СС. Геру дайте. Геру. Давай, идемте. Мирики, остыть аккуратно. Кара. Кара, подошли, стукнули по черепу. Кару ждем. Взрывайте. А, Гудлика поднимите, похоже, быстрее, Гудлика. Все. Можете еще одну успеть убить. Нет, не успеете. Стопайте пока это сам поселки. Все. Кар, аккуратно. Подняли рейд сейчас. Отошли. ДК забираю босса. Забирай все сверки, ебаные.
Для кашки тоже грипп эти самые созвездия. Разорвется. Все, попробуй сыграть, я остальное доиграю сам. Таунты и тяните. Кара. И, ищите дырку, куда заходить. Вот возле босса. Возле босса, возле звездочки. Готовимся. Блять, назад. Зашли, зашли быстрее портал. Зашли. Быстрее. Милый, глыба нет, блять, не работает. Кара. ДК забирай, босса. Сейчас черепочек будет. Ким на ману, как я снип. Ой, на хп. Череп сейчас взорвется в мили-зоне. Ты заберешь босса, нет? Поднимите рейд. Кара, тащи. Добиваю звезду. Вы после играете? Сколько сахар ЗК? 3. Новые созвездия вышли, аккуратней. Кара, РТД, все. Иди серки забирай, ЗК. Так, сколько там до сурового? 15 секунд. Сейчас взорву черепочек. РТДшки, смотрите, рядом. Давайте переведем. А, за 1%. Сурово, стали по порталам ближе к портальчику стали. Запрыгнули порталы, прыгаем. Все, сейчас спокойно, в центре встали. Все, переводим. Босса перевели. Фирик, зэп МЖ. Чистаки скинулись? Таро. Кара, отошли. Умрете. Освоили контент, получается. Ура! ГЦ! Все, до свидания. Просто пиздец. Все, можно выкайте. Опа, осколочек забирай. Да, что-то не очень сложно босс вроде. Блять, и щит не упал, нужно. Малять, ой, я осколок. Пацаны, я ачивку получил. Вагон получается. Ага. А пояс можно на трансмут? Так, Дон, скинешь мне весь лут, если что. Да. Так, давай гифка в рейд. Так, если не отвлекаю никого, вопрос, короче, такой есть. Я сейчас зашел в портал, ушел в нем в глыбу, потому что меня пиздили мобы. Нельзя. Тебе перекинет, да? Наверх, да. Вон бро, ГП. Так, спеллбаунд, давай. Что такое, что за ГП? Почему? Вот, забрал осколок. А, ты отказываешься? Я отказался, ты что? Как раз таки тебе, Гудлик, можно ГП, потому что на зоо мне это нужно. Не, это я на ботинке. Кто у нас на замене был? Тихо. На замене фоновом своего человека должно быть спеллбаун. Оптикс. Можно спелла, давай спелла возьмем. В хиле, да, хочешь взять? Да, или в ретрике, или в хиле, где угодно. Чекайте, я скинул. Бля, куда он пропал? Он уже был только что в сети. На спеллдодике, может. Кстати, если вы не знали, это пламеняющая аура и хила матрит. Да, 6%. Там, по-моему, ему не должно отдаться осколок, потому что он только на 4 класса хиловских. Он на лока не идет. Нет, он на всех отдается. Welcome back. Нигде ты на него видишь, что он для класса. Там написано, что он для класса. Не написано. На самом волонире, да, на осколках нет. На осколках как раз таки написано. Тут даже паладин пристроит. Да? Берн, лужа. Да, но занитать я его могу. Я не могу. Поэтому он отдастся. За ней здесь все могут. Так, там неутомимый пояс хочешь забрать. Ну, пусть забирает, он у тебя.
Хорошо, Антимин, тебя не ответ. Что ты? Ты зачем тебе кридух? Ну так это ДСшнику, нормально. Ты теперь скинул по приору. ДСшник, да. ДСшнику нужно. Литл там был. Литл пол ДПС. Я фикаш. Так, ребята, давайте быстрее. Поставьте чиф, на кого есть. На первом этаже, пацаны, был ремонтник. А чего вы не чините? Мне не ремонт. Поставил кушать кому надо, кто умер. Так, Дуат, ты тут Дуат сум. О. Ты хила отхилите, нет? Сполбан что-то тупит. Так, я хил. А, драник хил. Ну, давай тогда в хиле побудь. Драник. Шкаф будет? Нет? Мне сумнуть надо человечка. Ух ты. А паладин не пойдет? У меня уши, зорки уши появились. Так, клешный декад, это твой Дуат, да? Урога. А, да, это он Дуат. Что, давайте очень на пол. Так, я попробую 3 забрать. То самое. На улице у меня так. У нас там первый череп умирает. Все, поехали. Это кто там клавиатуру ломает? Успокойся. Это у меня. Да на пол, да. Отдал на пол. Блять, как вы так уишите? Я хуй его знаю. Ты вообще, блядь, череп бьете или вы там, блядь, разные цели бьете? Да не ебать всех, ебать. Нет, ты 4 у всех уишит. Давайте, выйдите нахуй. Слушай, сходи. А, не выйдите. Все, два танка тогда, ебало Европа весело, такой метанчицу. Дуат, спикни с танка. Пиздец. А чё, мы выйдем? Паша был уже стабилен, как в том видео, пишет через чат скиллы. Поэтому так много это, ударов. Это зорки виноваты, всё. Я щит пиздец, что я хочу. Ну, щит пиздец. Мне здесь троих сложно удержать на ДКшке, на себе. Особенно с пула. Потому что все врываются, у всех бешеные уешек, у фуриков, ну, это, у магов. Это из-за волбро. Это расплата за твое высокомерие. Так, ну ты мимо, ты что здесь полишь дебаф? Дуа забираешь тогда череп, пиздикает вот нового, я двоих заберу на себя. Так. Ну все, в принципе. Потом, как только убьется череп, забираешь мне крестик. У чувачка этого. Который руны кидает. Так, Дон, ты заберешь, да? Там в соло ж да, за 3 секунды успеешь убить его, да? Что там все прошло? О, можно, кстати, плагарно попробовать забрустить. Ставлю рыбку. Если будем в обычке убивать кого этих, блядь, героев этих, как там, хранителей. На Торима как. Не-не-не, схемки нужны. Мы, блядь, потому что с них тогда шанс осколка больше. А, ну я понял. Волбро. Где ты там бегаешь? 10 часов вечера, блять, калагар жив. Освоение. Ну, да. Гуглик, ты что, блять, Корнелса, блять, эстафету взял? Ну, ты, блядь, тоже ныть, блять. Хули вы ноете, блять? Нравится, пиздуйте, блять, в интерналы или, блядь, в иксайты. Будьте там на заменах вообще сидеть, блять.
Не, там же есть 4-5 рейд. Не, меня в плейн состав звали. Мы больше дамажим, чем Eternal Exalted. Меня в Залегион звали. О, мне Калюк писал лично. Да, ты готов? Зорка в СПКЮР звали. Так, все, все готовы. Ну ладно, иди пуляй череп. Все, поехали. Нет, дайте бисы вызвать. Так, что ты принимаешь, если не готов? Да, потому что всем похуй, если я нажму готов. Ой, не готов. Руна. Обошел аккуратно. Щит снимите с этого скрестика. Ага. Не спал. Блять, блять. Надо пожиматься проще. Что происходит? Что происходит? Бей. Я бью. Стоит срывать. Тот, что происходит? Где ухашки? Черепочек сыграли? Собирай. Рейндж держим. Там все равно сейчас будет. Сначала синяя, потом зеленая будет. Зеленая разбирается. Спал. Рожа залей, Инр. В порошочку? Да, 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 все. В воде вы разбежались. Милики, отойдите. Сокру дайте. Сними бокс себе. Все, хорошо. Подождем синий. Бейте, короче, босса, и если там останется процентов 10, стопните, подождем синюю руну. Как бейте? Надо это делать, в принципе. Да давай по синей руне. Очень много. Я знаю. Бесков. Единственный легкий босс в этом рейде. Руна. Все, синий, добивайся. Как раз вообще супер. Я подведу пошел сюда. Мильки достается до большого солилома, нет? Он дал. Дебаф есть? Все, вижу. Притворился. Где руда? Нет, все дали. Добавился. Ты бы наполнил хоть по бейкам? Я, да, уже отдал тебе. Ух, меня под швы пробило даже. Босок кончился вообще. Не успев начаться. Да, гим на хп, гим на хп. Не надо, ребят, уже так здесь. Ебать, босс, Лю. О! Вот перчатки, кстати, вручили. Изи. Давай мне перчатки сразу. На ну барага. Грязнуть надо еще. Идеально 11 хпс, вижу, вижу. Жестко. Такое ощущение, как будто ламер хочет. Ну это такой босс. Чтобы к Этерну обойти. Да. Идеально левая, как только Этерну. Ой, блядь. Ну, идеально сейчас это самое, специально сейчас на скриншоте все там, смотрите, там, возьмите меня. Да, короче, типа, тут схема, смотри, Skysong продержалась 2 кд с Волониром, а Кардес где-то 4. Ну, получается, 8 будет с нами КД идеально, нормально. Наверное. Так, ты мне скинул рукавицу, все, вижу. Предлагаю выпить за то, что босс убил. Вот так, а хули ты вообще в понедельник бухаешь, блядь? Что ты говоришь? А что ты в понедельник пьешь? Ну, потому что завтра на работу все. Логично. Драник, тебе нужно сапоги, нет? Да хуй, он не драник. Ты знаешь, я пыли. Мне тут плащ нужен был, но он не упал. Ну что, давай после этого босса био сходишь, мягко. Ой. Писи под себя, ну. Что такое био? Донт, тут гублик.
Давай сбегайте. Гудли, ты, блядь, пиздишь дохуя, ну медленно двигаешься. Я просто пил сейчас, я бил. Заебал, ты меня заебал уже, честно, заебал. Так, ну, что, потом... сыщемся в тело чисто, да? Не будем руки заливать. Да, просто да, так, тело допустим и все. Дайте по ханту, пожалуйста, ребаф. Все, давайте. Бульба сил. Спел не идет, я не знаю, что он написал. Он на арене вообще. Ну, ЕПшка не нужна, все нормально. Бульба станет, это я. А ты бульбаша пьешь на брульках? Все, а че на полу? Че, в одного танка? Блядь. Конечно. Да, да, спекайся. Это надо макрос поставить за Беларусь, нахуй. Да, спекнулся. Все, вижу. Иди начинай, первый. Го. Так, а мы не быстрее, у нас это самое, геровка, да? Если что. Ну и без геров станет много. Я думаю. Где мы нервы с ним будем? Вы в РНЖ набрали, ребят? Да, кстати, да, я смотрю, все в одной точке вообще стоят. Да, рассоситесь, ребят. Вообще РНД можно в мили стоять? Тихо. Нельзя. Руку слышишь? Ну руку-то забейте, забили. Я в туалет еще. Босса. А руку срайте. Учу. Ну ты кричала, блядь. В тело играем, ребят. Лучше круто. Можете по рукам бить, бейте. По правой руке, по левой руке. Левую руку. Поднимите рака. Гоби меня надо сейчас. Так, спал зайдет сейчас через 5 минут, написал мне. Нами Мирона, идем нами Мирона. Давай, баб... Давай это самое убьем бабу, не? Да, ну, пишет. Ладно. О, там. Сейчас самое сложное пройти сразу. Чтобы никто не устал еще. Так. Да, давай в ДД тогда я потанчу. Сузурис. Хм. Я что, его в тебя прям откинуть? Так, давай, короче, заменщиков сюда. У нас там замене был. Патриш, нет, пока не надо. На ДЦ-шку. Драйнер. Так, а кто у нас там? Что это такое? Откуда он вообще появился? С этого, блядь. А, это свесокса, ребята. Но. Ну ты же орка играл. В смысле, орка нас появился? Нормально, так. Одного моба меньше. А где там мобчик захотел подсинять? Да не, нет, что-то не отвечает. Сейчас я напишу через объявление. Сейчас там это зайдет. Спел там доигрывает катку. Карась еще есть. Ну, в дискорде, по крайней мере. Че, можно отойти? Пожалуй, да. Ну, пару минут есть. Пока спеллбаун там заходит и так далее. Идите пока покурите. Зорки, пошли покурим. Я за столом курю, у меня. А я не курю, я за зор. Зорки, ты вот курить ты, есть?
Зорки. Ты водку пьешь за зожги, да? В смысле, водка очищает организм вообще. Сигаретки не найдется, Зорки? Зорки, телефончик не найдется, блядь, позвонить? В клубе потабачим. Когда скидки будут в оброте, не знал? Не скоро. Не должна с черной пятницы быть. Четвертый спект надо сбинать. А мне купишь что-нибудь? Да не, у меня денег не будет. Ну что-нибудь там, сумки хотя бы купи мне. Ведь и так крафчу будет. Я тебе заплачу. Зашла это, дай мол. У меня раньше Рос крафтил, теперь некому. Зорки, ты что, ангел, что ли? Да, Гудли. Да, за тобой пришел, бля. Весь белый, блядь. Зорки, мы в доту будем прибегу. Ты не за одной пришел, вон и как и сюда. Я на пятницу ни во что не буду, я в платье. Ну, в пятницу мы во что будем? Если надо, ты мне скажешь, чтобы заранее лигу ставил. Ну, в доту, да. Ну, в лигу я не играл, ну, и я играл, может, один вечер. Пошлите в КС-ку, и на 6 играем. Если я купил перс, называется Катарина. Пошли в КС 1.6. А чего вы так сколько разговариваете? У вас что, ФК, что ли? Там видно, что самого сложного перса взял. Оставьте шкаф. Что, какого перса взял? Катарина сложная. Ну да, мне понравилось, типа, она так это вырубает. Ей можно так нагибать, если умеете играть. Это ты про кого? Да ну, Катарина... Катарина лайтовая, ее на копейки стоит. На хуйня полная, блядь. Самое лучшее — это русский алкаш. А есть белорусский? Не, белорусцы, они ж не пьют. Одни дотеры. А да? Ты, кстати, какую водку пьешь? Бульбаша? Я не пью. Бульбаша? Свояк пьет, стопудово. А это нет, белорус? Нет. Ну, он это же ты 5 капель или что-то. Бля, откуда бой висит, я не понимаю. Это бед твой бьет. У кого бой висит? У кого не висит бой? У меня. Суманить спала быстрее. Я его суманул уже. А, он тут уже. У меня один камень. Самое главное, быстрее, говори. Спал тут? Да здесь он. Блядь, я забагался, наверное. Давайте еще на присутствие. Нет, тут мобы могут пробежать. Зорки в ангела приносит. Два тела ФК. Вводи фьюри, донт и неутомимая. Хун бежит на кого-то. На петочек. А мы в хэмке или в обычке? В хэмке, как обычка. Да ну нахуй, ебаный. Да, вот и, соответственно, пропал у нас бой. Этот босс тяжелее, чем Алгалун. Неужели? Еще раз очень присутствует. Но по факту это типа АФК-контент? Гудлик, ты уже перепил, что ли, не понимаю? Я буду косёвка контент. Да чёрт. Ставлю рыбку, возле кнопочки рыбка будет. Даже хуйня, еба. А кнопочку можно нажать? Don't, води фьюри, не томимая. А где рыбка? Вот где кнопка. Всё вижу. Меня, блядь, заебало. Суза, дай МК. Ну давай слабого МК. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Хилл, неутомимая, порошочек слева, спел идеальный справа.
Смотрим мы на кнопочку. Что, все тут? Все тут. Дрич готов? Все, кто первый начинает? Кто первый начинает? У Скалбаунда нет бафов, у Гудлика нет бафов, у Суза нет бафов. Приста, лапки. Да вообще, блядь, ГП дайте. Все, все, я каску по АДК, есть? Запускаем. Секунду, я метку поставлю. Зоркому ГП за то, что интеллект не разбирает. Ревод прописал. Мой висит, будет, не надо. Интеллект, да? Ты так умный, блядь. На тебе висит валет, ты что, не видишь, блядь? Чародейская гениальность. Так, дай ему нахуй мутую, блядь. Заебал этот гудлик, пиздец. Где он нахуй? Сиди, блядь. На порчу. Дон, готов? Сейчас, сейчас, Рио, прописывай метки, забыл поставить. Какие метки? Ну, на землю ориентироваться, чтобы. Все, запускаю. Давай. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Смотрим. Точно. Входим. На пол сразу меня. Пустыня, отдавайте, придется все равно стопать. Мины. Зорги, копии прожми. Вилы, тоже копии прожми. Я скину. Беги, малыш! Мелики вышли. Пойди в сторону квадратику, к входу. Давай. Сейчас еще один шоковый будет, как называется. А шоковый после него надо будет уже... Так, ребят, давайте. Сейчас аккуратнее. Шоковые 7 секунд. 4 секунды. В квадрат все сбежались. Стопните урон, блядь. Сейчас задует. После шокового сразу. Сейчас ждем затулку. Стопайте, пока не бейте. Охуеть, прохерей, да сокру дайте. Нахуй ты, Дон, повел? Бля, Дон, помолчи, пожалуйста, я лучше сам поверю, блядь. Нахуй ты сразу залезет, ты повел. Давай. Сдохли все, стакнули все в кучу и умерли. Шуман, есть стать? Либо диван какой-нибудь там? Да тут портал рядом. Ну, в смысле, есть как бы есть. Шкафчик сразу тык. Кто там воду пьет? Роксик, ты? Да, пить хочу. Громко было? Вкусно. Очень. Это я знаю. Это же Mountain Dew. Сама не валка. Кушаете рыбу. Ну кто? Блять. Не запустили, нет?
Я же думал, запустили. Значит, давайте бафайте быстрее. Касочки там вижу. Интеллект, приста баф. Зачем мне МК повесили? Что за маг, блин? Ну, это я прибыл. Фига себе, ты путаешь, блин. Да ты почему-то у меня в этом в фокусе был. Все, давайте что на пол. Дрищ, драник. Секса чего не хватает. Сейчас кулак бахнем поваром. Кулак поваром. Давай. Все, запускаю. Сакнулись. Пардру этот крестик нужен. Хорошо, побежали. Двигайтесь. На пол. Крест по раструдрюлю, бегом. Мины аккуратно. Режу, держим, не забывайте, не сакайтесь кучу. Беги, малыш! Отошли. Беги! Дед боди ГП дам. Кару подними, дед боди. Дед бищ. Ой, кару будет, блядь, идеально. Порошочек аккуратно. Стопайте урон пока. Стопайте урон, стопайте урон, стопайте урон. От мины отошли. Будьте аккуратно. Не сакайтесь кучу, еще рано сакаться. Еще рано. Пошли верно. Сейчас шока удар будет. Сейчас задувка. Стойте сосредоточенно пока, ждите. Разбили. Добили, 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 добили. Стакнули себе квадратик. Пробафайте вара. Вара фулбаф дали? Касочку там, кулачок. Сейчас парень будет. Стенку. В стеночку прижали, побежали. С печеньки двигаемся. Пардру дайте МП5. МП5 по друиду, кто там дает МП5 у нас? Холик, ты? Нет, не я пока скажу. Хорошо. Стакнулись в печеньку, сейчас взрыв еще раз будет. Стакнулись в печеньку, в печеньку, в печеньку, в печеньку. Еще правее немножко, двигайтесь. Бежали, выходим, выходим сегодня быстрее. Сейчас даем геру. Рассредоточьтесь. Хилы там тоже немножко рассредоточьтесь. ДС разрешает ближе к центру ставить, чтобы ты абсорбился. Геру дали фулл ДПС. Ледяная бомба, отошли оттуда. Отошли от огня, от огня все, отошли ледяная бомба сейчас. Порошочек, ну какого черта ты там, блядь? Да я за свой кусок. Где Фьюри, даже БР понимаю. Мастер Аур, дайте на огонь. Вращение аккуратно. Поднимайте павших. В Дефюре порошочка. Наглая рожа Кару. Сакнулись в печеньку быстрее. Прохиливаемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Дали БР. Ближе к стеночке давайте прижмемся. Гимноману дайте. Гимноману быстрее, пока 8 секунд у вас есть. Побежим к выходу туда, квадратик, в ту сторону. Бежали. Бежим, бежим, бежим. Останавливаемся. Дон, пометь, пожалуйста, метками сигнальных ботов, которых не надо бить. Кастер большого играйте. Совушка там на сову давайте на пул какой-нибудь. Сова побьет у нас. Дефюрика прохилуйте. Садите, милики, милики, садите, кого там. Это. Двигайтесь вправо, вправо, двигаемся. Бомбота завить. Милики, кого там херня-то вы подобрали? Посадите этого босса в голову. Я понял. Большого заливайте, милики.
вправо уходим. Бомбот, 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 бомбот. Так, Кайсер, немножко сейчас заливайте сигнально эти самых мобов. Сигнально заливайте, только помеченных метками не бейте их. Помеченными метками не бейте. Похил порегу дали. Ушли от огня отошли. За печенькой двигайтесь. Добили мобов. Все, этих сигнальных не трогайте вообще. Лох хпшного одного добейте, все, остальных не трогайте никого. Все бегают тут. Так. Сигнальных тоже не находитесь рядышком возле сигнальных. Начинаем сюда мажить босса. У кого есть БР еще? Все, бейте. Не знаю, бомба, смотрим аккуратно. Вон она в крестике. Бомбу, бомбу возле крестика, смотрим аккуратно. Мирики по телу играйте. Мины аккуратно. Сейчас обстрел скоро будет, чё здесь. Ракеты. Ну как убить запах дохнуть? Ребят, алло. От огня отошли, лазерный обстрел за спину, забежали быстрее. Так, все сейчас играйте по низу. Вниз играем. Вниз, вниз. Сейчас будут, она будет отбегать от босса Мелики. Аккуратно. Возле огня не тусуйтесь. Другой немножко. Отошли, Мелики, отошли, 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 отошли. Не знаю, бомба, смотрим. Бомбы под мелизоной там аккуратно. Все, добивайте быстрее для тела. Голову быстрее. Быстрее. Фу, блядь. Буду где-то там рекаун тебя. Да он умер, наверное. На ней живой. Отсчет времени до самоуничтожения прерван. Код отмены А905. Хорошо, мы сменем. Все, Донт, можешь то самое сейчас. Торима, поорели, пожалуйста. Вы будете ХМ-ку закрывать? Да, Торима, ХМ-ку. Порошочек тебе нужен, то самое, щит же, да? Или драника. Тебе нужен щит? У меня ХМ-овский СВК. А. Зазначил, что ли? Нет, выбил, почему? С десятки. А, все понял. С 25-ки выбьется, зачем? Куда летим? На Торим, давайте. Не, в смысле, портал куда? Галерея. Угу. Торим можно обычку пойти, она столько времени занимает. Эти метки ставить. Согласен. Не, на Торим обычку выбить. Давайте обычку закроем, мне пофиг. Давайте минут только метки ставить. Да, 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 там Фрея, Хадир, Торим, обычка и на эту. Ой, Аурая, Хадир, Торим, обычка. Боже мой, как уже это мажется все. Он тесно получится. Скорее бы это 10, да? Не, я сейчас, наверное, камни буду перебивать на показаться. Я огро, блядь, не делал. Да, авто 10 все нормально, буду уже держать игру. Тут Бьерн уже Т5 нужно. Мы один раз в ВВК без напуга пошли. Я помню это месиво. Да. Не, не будем бить. А тебе нужен спелбол, спелбол? Торин ХМ. Спел, у тебя же ВВК-шка десятка есть. А тебе зачем? Там 100
статов больше. Не, Гудлик, не дам тебе возможность, пока не это самое. Не подсизеешь. Я, блин, на варе даже не это самое, ничего не закрывал хэмерское, оказывается. Так ты напиши, Гудлик, чё ты? Два, если два слова написать. Сказать, то есть. Так напиши в чат, если ты всем хочешь сказать. Бзилку дать, да, на зорке по тебе посусит. Да? Не разойти. Чисто на одного. А? Да мне там квест нужно полутать. На углу.